Всем привет, дорогие друзья! Вы снова на канале Малорама. В этом выпуске обсудим события 68-й серии турецкого сериала «Клятва». Джемри окончательно съехала с катушек. Между Эмиром и Рейхан начинается настоящая любовь. Эмир сказал Рейхан: «Ты не можешь войти в нашу комнату одна», при этом положил ее руку на свое сердце. «Мы накопим столько прекрасных воспоминаний, что у тебя вскружится голова от счастья». Эмир просит Рейхан поверить в их пару. Мать Джемри вернулась с командировки, застав свою дочь в избитом состоянии. У них состоится разговор. Она хочет встряхнуть Джемри, чтобы та одумалась. Мать просит Джемри взять себя в руки и оставить Джемри в покое, ведь тот женат на Рейхан. В противном случае Джемри придется очень сложно. Одумается Джемри или нет, увидим в следующих сериях, но что-то подсказывает, что Джемри это просто так не оставит. Эмир разозлится на свою мать после того, как узнает о ее проделках в сторону Рейхан. Вот что сказал Эмир матери: «Перестань строить из себя заботливую мать». Джавидан в шоке. «Что это сейчас значит?» – переспросила она Эмира. На что тот ответил: «Ты прекрасно знаешь, что я имею в виду. Я все знаю, что ты сделала с Рейхан. Я знаю, что ты делала ее жизнь кошмаром. Мне очень стыдно за тебя». Эмир окажется в больнице. Рейхан его не оставит ни на минуту. Эмир ей скажет: «Ты со мной, потому что любишь меня. Может, ты уже скажешь мне это в глаза?» Дальше идет сцена. Рейхан целует Эмира в лоб. Что же, по-вашему, будет дальше? Свои варианты пишите в комментариях. Подписывайтесь на наш канал, чтобы ничего не пропустить, и до скорых встреч!